Мне кажется, что если вы поставили изначально там, значит, там им было и место. А люди, наверное, раньше лучше думали, чем сейчас, судя по тому, какая сейчас обстановка в стране и в мире. Пусть он здесь стоит, какая разница, где памятник стоит, главное, что есть. Мне кажется, это разные вещи, на самом деле, потому что святыня – это и есть святыня, а Калинин тоже, конечно, человек был хороший, известный, но это, я бы не сказал, что он святой, и это разные вещи. Угу. Так то что... Вы имеете в виду атеизм, да? Вот, да, да, именно атеизм, вот хорошее слово, да, потому что это, ну, не знаю, ну, мое мнение, по крайней мере, я как бы не приветствую такие вещи. То есть пусть его переносят вот сюда, да? Видели, да, вот основание? Да. Ну, не знаю, мне, не знаю, как бы... Для меня это разные вещи. Есть разница, церковные вещи или такие вещи. Это разные вещи. Ну, не знаю. В общем, там ему не место. Особо, значит, мне кажется, нет. Ну, насколько мы понимаем, предлагается памятник Калинину переселить из центра города на проспект Калинина, фактически в кусты, как куда, да, где его никто не увидит и где он будет, по сути, заброшен. Это не очень красиво, потому что все-таки Михаил Иванович Калинин – это наш земляк, это человек, который долгие годы возглавлял Президиум Верховного Совета СССР, то есть возглавлял по факту законодательную власть страны. И так как бы с нашим прошлым, с нашими знаменитыми земляками обходиться, я думаю, это действительно красиво. В генеральном плане города, который мы принимали, да, недавно, место, да, где вот будет построен Спасо-Преображенский собор, оно выделено специальным пунктом, и планируется даже сделать мост через Волгу пешеходным. Причем это так и записано, потому, поскольку будет красивый вид, значит, пешеходный мост, и открываться будет красивый вид на Спасо-Преображенский собор. Видимо, вот эта вся ситуация, вот, строительством собора, с превращением, так сказать, вот эту всю зону пешеходную, она, видимо, и решено перенести памятник Калинина. Но при этом не проведено публичных слушаний по поводу переноса памятников. То есть с людьми не посоветовались абсолютно. И совершенно непонятно, почему в генеральном плане какие-то изменения, какие-то ключевые пункты, они коррелируются с какими-то, ну, религиозными сооружениями. Конечно, мы понимаем, что это исторический памятник, да, что Спасо-Преображенский собор – это место, которое, значит, имеет историческое значение. Но давайте как бы все-таки и думать и об остальных горожанах, а в городе в целом.